Алло! Алло! Это ты, зайчик? Ну, зайчик. А что сейчас мой зайчик делает? А ничего, зайчик, не делает. Зайчик, зайчик, а твой волк дома? Нет, дальше что? И не скоро придет. Нет, дальше что? Ой! Я сейчас к тебе прискочу. Зайчик хочет морковки? Хочет, только не крепленый. А я сухой. Сейчас приеду к зайчику и дерну зайчика за ее длинные ушки. Это у меня длинные ушки. Это у тебя короткие ножки. Ты что, зайчик, сердишься, да? Нет, сердишься, зайчик, я вчера жду. Ну, зайчик, вчера был никак. Моя кобра целый день была дома. Сижу, сижу. Ну, зайчик. Ну, зайчик, как дура. Зайчик, зайчик, ты мой зайчик, я твой кто? Свинья. Зайчик, ты что, до сих пор сердишься, да? Нет, я так больше не могу. Ну, я понимаю. Надо что-то решать. Ну, еще бы. Ты же знаешь, как он все чувствует. Ну, еще бы. Вчера утром он встал с постели и говорит, постражи место, чтобы никто не занял. Я на секундочку. Зайчик, ну я же не могу вот так вот сразу. Ничего себе сразу. Это длится уже год. Ну, предположим, не год, только месяц. Это для тебя месяц. Нет. Ты все-таки не мужчина. Я не мужчина. Ну, найди себе другого. Птенчик, ты что, обиделся? Обиделся. Птенчик. Ага, птенчик. Ну, ты же знаешь, ага, что я свой птенчик ни на кого не променяю. Не променяешь? Не променяю. Ты же мой птенчик, да? Ага. Мой маленький птенчик, да? Ага. Мой лысенький птенчик, да? Ага. Это кто это лысенький? Ну ты, мой крокодильчик кривоногенький. Это кто это кривоногенький? Ну ты, мой крокодильчик Гена. Какой еще крокодил Гена? Ты что там, Зинуля? Твоя. Зинуля? Слушай, там на проводе. Прежде чем обманывать жену, научись правильно набирать номер телефона своей крольчихи. Ты что ли? И не Таня. Неужели Люба? Молодой человек, может, мы с вами еще в города поиграем, а? Алло! Вот она, алло. И не Зина, и не Люба, а Стелла. Вы кому звоните? А я человеку звоню. А я что, по-вашему, насекомое, что ли? Подождите! Подожди, а это что, не 320-26? Это 230-36. Слушайте, 230-36, а ну-ка повесьте трубку. Ага, сам звонишь, сам и повесься.